Миротворцы установили непосредственно в самом покинутом селе Фарух Хаджалинского района Азербайджана российский флаг. То есть не на БТР, а именно в самом селе. Сама это акт. Xocalının Fərrux kəndində aprelin 7-sində Rusiyalı sülh məramlılar tərəfindən təxribata yol verilib. Bu barədə Kalibr YouTube kanalında yayımlanan növbəti materialda qeyd olunub. Qeyd olunub ki, hazırda Azərbaycan ərazilərində müvəqqəti yerləşdirilmiş sülh məramlı kontingent Fərrux kəndində müşahidə kameraları yerləşdirməyə cəhd göstərir. Videoda həmçinin Ağdərə istiqamətində baş vermiş növbəti erməni təxribatından da bəhs edilib. Находятся под контролем нашей армии и представляли вниманию подробный видеорепортаж из данного населенного пункта. С тех пор в оперативном плане ничего не изменилось, и наши позиции продолжают активно укрепляться. При этом мы сообщали в видеорепортаже, что российские войска действительно усилили свое присутствие в селе под предлогом охраны покинутых армянами домов. Но теперь РМК пошли дальше и установили свой триколор в азербайджанском селе. Кроме этого, в настоящий момент миротворцы пытаются установить в Фарухе камеры видеонаблюдения, что тоже вызывает вопросы. Не будем забывать, что РМК находится на территории Азербайджана без мандата и на птичьих правах. Учитывать риски эскалации, обусловленные неисполнением 4-го пункта трехстороннего соглашения от 10 ноября, не следует. И в подобной ситуации любое обострение в регионе станет прямым следствием безответственного и вызывающего поведения РМК.